Дорогой защитник, спасибо тебе за мужество и стойкость. Мы ждем тебя, береги себя. С уважением, Жанна Лебедева, Московская область, поселок Монино. Можно такие назваться. Записочки с добрыми словами и маленькие гостинцы сопровождают каждое изделие, которое отправляется бойцам, участникам специальной военной операции из мастерской добровольческого движения «С миру по нитке». Мы познакомились с ними прошлым летом. Неравнодушные женщины из поселка Монино объединились и стали шить одежду, специальное белье и прочие вещи, которые отправляются в зону СВО и госпиталь. Мамы, бабушки находят время, чтобы заниматься этим, несмотря на семьи, на основную работу. Некоторые даже не умели шить, научились. Кто-то приходит в мастерскую, кто-то работает на дому. В движении «С миру по нитке» сегодня около 70 человек. И много друзей, таких же волонтеров-добровольцев, которые очень хотят помогать нашим там, где труднее всего. Мы работаем уже год, и за год всего изделий, то есть включая изделия для госпиталя и для фронта, у нас получилось около 15 тысяч. 1500 толстовок, 2000 балаклав. Около 600-700 дождевиков. Сейчас мастерская перешла на выпуск теплого зимнего ассортимента. Шьют зарекомендовавшие себя в прошлом сезоне флисовые толстовки, шапки-подшлемники, балаклавы, термобелье. Дома женщины вяжут варежки и носки. И вот такое отражение суровой реальности войны. Чехлы на ампутированные конечности. Появились в ассортименте и новые модели. В частности, теплый плащ-дождевик на флисе, который надевается поверх основной экипировки бойца, и рукавицы с откидным верхом. Холодное время для защиты от осадков, в том числе от мокрого снега, от дождя, если какой-то пронизывающий ветер, в том числе он какое-то время держит тепло, то есть защищает от тепловизора. А он скорее для патруля, для дежурства, такой, ну, не очень активной работы. Как известно, сегодня очень эффективно используются в зоне боевых действий беспилотные летательные аппараты. Мастерицы из Монино позаботились и о тех, кто управляет умными машинами. Муфта для операторов коптеров. Здесь окошко сделано для доступа. Вот отсюда можно положить пульт. И, собственно, руки просунуть. Здесь сделаны прорези для антенны. От дождя, от холода, от ветра. Ребята попросили и прислали образец. Сказали, что вот такая конструкция им удобна. Каждый опытный образец не сразу попадает в серийное производство. Модели согласовывают с фронтом. Отправляют заказчикам, получают обратную связь, корректируют в соответствии с замечаниями и пожеланиями. Основной — это 33-й мотострелковый полк. В самых непосредственно боевых действиях испытываются наши изделия. Есть обратная связь, даже те, с кем мы не знакомы, по нашим контактам, по нашим ссылкам, находят нас, пишут либо слова благодарности или какие-то замечания, что нужно исправить. Стараемся все учитывать. Сейчас на складе движения «С миру по нитке» не так много готовой продукции. Недавно была отправка. Еще пару недель, говорит Оксана, и свободного места на полках не останется. Будут заполнены и десятки коробок. Теплые вещи поедут не только в подшефный полк на Донецкое направление, но и в другие волонтерские организации из Московской области и других регионов. И поедут не только швейные изделия. За время работы мастерская, которая находится в Монинском доме офицеров, стала настоящим сборным пунктом для нужд СВО. «С миру по нитке» и не только. Прямо в швейную мастерскую можно принести любые вещи или продукты питания, которые необходимы в зоне СВО или в госпиталях. Здесь даже список вывешен того, что необходимо. Круг друзей монинских швей-волонтеров постоянно расширяется. Компания из Краснодарского края «Вигард» теперь помогает им с покупкой тканей. Швейная компания из соседнего Ногинска помогает раскраивать. Есть возможность отправлять крой в другие города. «Мы можем значительно увеличить количество выпускаемых изделий», говорит Оксана Колесникова. Но элементарно не хватает рабочих рук. Самое сейчас, что нам нужно, самое большое – это руки. Кто будет шить, мы готовы всему научить, обо всем рассказать, что знаем. Вот. И даже какая-то минимальная помощь – это очень важно. Так что у каждого есть возможность помочь. Присоединиться к движению «С миру по нитке» и тем самым поддержать своих. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.